Будущие экономисты и финансисты вместе с экспертами обсудили сегодня современные технологии на рынке финансов. Говорили о преимуществах блокчейн-технологии и возможностях искусственного интеллекта. В Евразийском национальном университете имени Гумилева прошла международная научно-практическая конференция, посвященная вопросам финансовой безопасности государства. Ее приурочили к 30-летию национальной валюты, которая отмечается 15 ноября. Обсуждается одна из таких актуальных злободневных тем – это цифровизация нашей финансово-банковской системы. Третья форма нашей национальной валюты – это цифровой тенге. Цифровой тенге, конечно, он должен соответствовать всем тем требованиям международных финансовых институтов.